Знаете, у меня родители и родственники многие, все были юристами по профессии. Кто-то адвокатом, кто-то просто юристом в организациях. И поэтому, когда еще была маленькая, выбор был один – стать юристом. А тяга все равно остается к творчеству. Потому что человек не может, если у него есть тяга, стремление к творчеству, он не может все время быть как бы на одной полосе. Хочется еще куда-то свернуть и почувствовать, что ты в этой стезе тоже можешь. Потому что музыку я слушаю различную, очень люблю. То, что близко Лолите, мне тоже близко. То есть я человек, который не сдается в жизненных ситуациях. И ту песню, которую я буду петь, это прямой показатель того, что мы в жизни не сдаемся. Женщин я слышала, что они есть. А вот что есть надувные мужчины, впервые, конечно, вижу, и поэтому стало безумно интересно. Чего у него лицо? Не знаю, у него какие-то раскосые глаза непонятные. Наверное, он выпил.
предположительно. Ориентация север, он отморозился просто. Да, у нас тут всякое, знаете ли. Все это ерунда, ориентация север. Николай, вот давайте с вас начнем, раз вы взяли микрофон в руку. Лолита, по-моему, вообще Лолита спела, как говорится. То, что вы спели, ну это панковское изложение просто. Вот. Это плохо или настоящее, хорошо? То, чего, по-моему, в нашей стране очень мало. Вот это настоящее вот такое панковское исполнение этой вещи. Мне понравилось. Спасибо. Круто! Круто, Николай, круто. Спасибо. Маш! Там, в принципе, же изначально комедийная подача вообще у Лолиты, у самой. Поэтому мне понравилось, что еще смелее как бы... То есть она с тех пор, как выступает сольно, все-таки стала, конечно, более обтекаемой, чуть более обтекаемой, чем тогда. Тогда она была именно вот такой резкой. И когда она начинала, вот это мне очень напомнило вот те годы, которые, я считаю, были вообще у нее лучшие. Поэтому мне понравилось, что вы взяли именно этот вот ее такой период хулиганства юношеского, так сказать, задора, куража. Правильно сделали, потому что у вас для этого абсолютно все данные есть. И спасибо. Их надо подчеркивать. Вот. И мне, да, я соглашусь, что, конечно, вы привнесли свое прочтение. Ну, а что здесь плохого, в конце концов? Потому что ваша индивидуальность должна проглядывать. Ну, в общем, молодец. Спасибо, Маш, большое. Маш, спасибо. Спасибо. Борис. Не везде я увидел Лолиту, но потом я понял, что, может быть, это и не нужно. Потому что вы справились самостоятельно, как индивидуальность, с этой задачей. Все это было очень здорово. Я внимательно следил за движениями, которые делала Лолита. Вы их в точности повторили. Поэтому мне кажется, что это очень все симпатично. Спасибо. Спасибо, Борис. Одно слово добавить, что вообще, так сказать, талант рассмешить, он тоже не такой частый. Да, поэтому вам вот это вам удается. Это достаточно ценное качество. Спасибо, Маш. Мне кажется, Свет, очень смело вообще вот это вот было там к жюри, не надо бояться. Денис, как ты думаешь? Если говорить о Лолите, то я могу сказать, что это, наверное, одна из самых лучших на нашей эстраде драматических певиц, в том числе в первую очередь, потому что так, как она доносит любую песню, если это с юмором, то с юмором, но если это должно тронуть за душу, то это трогает до слез. Вот, и я вас увидел... то совершенно бескомпромиссное ощущение того, что вы вышли на эту сцену, и ваша задача – покорить, привлечь внимание. Это было очень здорово, это было по-своему и с такой хорошей Лолиной уверенностью. Спасибо, браво. Спасибо, Денис. Я вам желаю удачи. Спасибо. У нас сегодня такой, конечно, спасибо. Очень жесткий конкурсный день. Конечно. Но удачи вам. Спасибо вам спасибо большое. Вам. Спасибо.